Выбраться на природу и ощутить жарким днем прохладу в тени деревьев вблизи воды. Именно за этим каждый летний день на городское водохранилище приходят десятки армавирцев. К сезону отдыха количество посетителей вырастает в разы, и они с радостью проводят здесь свободное время. Хорошо убирают, чисто, все замечательно. Улучшения, площадки делают, все хорошо. И лавочки, и мусор убирают, замечательно. Приехал, как-то купался, и мужчина один, он из Ставрополя возил людей постоянно в Армавир. Говорит, я там в жаре изнывал, а сюда приехал, у вас тут прелесть, говорит, вообще как. Да и море, говорит, не надо. Ну, я считаю, что место для отдыха вполне себе неплохое, как бы, тут и хорошо, и чисто. Следят за этим местом, видно, как бы, держат его в порядке. Тут траву подкашивают, да, в порядок все приводят. Мне, в принципе, нравится все. Для того, чтобы горожанам было приятно прогуливаться, бегать или кататься на велосипедах, здесь проводится немалая работа. На территории городской рощи активно избавляются от лишней растительности, а также от бутылок и пакетов, которые, к сожалению, не попали в урну. По плану подготовки водохранилища к летнему отдыху людей проведен комплекс мероприятий по его благоустройству. То есть покраска, обрезка, побелка. Сделано освещение на водохранилище, уровень воды поднялся, тины нет, тряски нету, ничего. Настоящим сюрпризом для жителей и гостей города станет появление еще одной детской площадки недалеко от пирса. В настоящее время ведутся работы по ее возведению. Рядом обновили асфальтовое покрытие на площадке, которое нередко становится местом проведения различных мероприятий. В дальнейшем территория вокруг водохранилища станет еще более благоустроенной. На будущее планируем также все это производить и даже улучшать. Разрабатываем программу по очистке водохранилища, по установке новых тренажеров, новых элементов, спортивных площадок, детских площадок, теневых навесов. То есть все в планах, будем развивать водохранилище, стараться. Появление новых объектов для семейного и спортивного отдыха – это отличный повод посетить городское водохранилище. Но не стоит забывать об осторожности вблизи водоема. Спасатели следят за безопасностью отдыхающих и не устают напоминать о правилах поведения у воды. В первую очередь в беду могут попасть дети, которые остались без присмотра, а также взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».